было сценарий. Реально? Они его положили. Я промолчу, потому что я не удивлена. Объясню, в чем там речь. Мне здесь. Совсем. Сначала идет как бы такая небольшая шумиха на сцене. Все чего-то ищут. Навесело какую-нибудь музычку. Музычку найдем. Вот. Потом резкий голос. Будет у нас все говорить Лоренцо. Он у нас как завтра. Это у нас вон Нюк, которая ушла, которую я сейчас спровадила. Вот. Она будет говорить там, типа, уважаемые веронцы, просьба всем занять свои места. Всем просьба занять свои места. Ромео куда-то унес сладости Тибальда. Тут свет у нас потухает и опять возникает. Там читает пролог. Лоренцо читает небольшой пролог. Там маленький, может, строчки на 4. И потом говорит, и вот наш сын идет к своей матери. Напоминаю, Ромео у нас Сашка Напарова. Он подходит к матери. Мать у нас Ромео. Это староста. Он подходит к матери, мать ему заявляет, что ему надо жениться, и дает ему там фотографии претендентов. Он говорит, что одна вот эта, одна кривая, вторая косая, третья высокая, четвертая худая, про пятую я вообще молчу. Ну вот, и она ему говорит, отправляет его на бал к Капулете. Напоминаю, Джульетта у нас вот. Кто забыл сценарий? Да-да. Вот. Ну ты скажи, кто? Кто именно Джульетта? Гробовщик. Гробовщик у нас Джульетта. А Ромео это Анна. А Ромео это Анри Санахара из Дюэрки. Дюра-ра-ра-ра. Хрен выбрали, сейчас он с моим. Дура. Дальше. А он приходит там на бал. Ромео. Друзья у нас Игорь и Денис. Друзья, Ромео у нас Игорь и Денис. Причем Игорь у нас Бенвалио, или как его там, я не помню. Бенволио. Бенволио. А Денис у нас Меркуцио. Они приходят... Я сейчас буду гениально. А? Тибальд. Да, я Тибальд. Как ни странно. Я сейчас загробал свою роль, скажу честно. Ладно. Вот. Потом не забудь отдать. Они приходят на бал. Они... На день. Один из друзей говорит, что типа, смотри, какая девушка, какие ножки, какая фигурка, а волосы, пойди познакомься. Толкает его вперед, Ромео подлетает к нашей Джульетте, ознакомится. В общем, познакомились, потухает свет. И идет у нас наша сцена, которая второе действие, второй акт. У нас это сад, когда Ромео, так почему же ты Ромео, а три отца и имя? Вот эта сцена идет, там весь прикол в том, что так как Джульетта у нас гробовщик, она постоянно хочет забрать его душу, понять и так далее. Вот, там начинается, Джульетта, как же я люблю тебя. Джульетта на что отвечает? Ромео, так почему же ты Ромео? Какой бред? Что я заберу твою душу. В общем, она тянется к нему, чтобы забрать его душу. Тут вот это вот существо, кормилица Джульетты. Говорит, голубушка, где ж ты? Джульетта вроде как собирается убегать, но потом возвращается и предлагает все-таки узаконить отношения. Путем штампа в паспорте. Вот. И Ромео идет договариваться с Лоренцо, со священником, насчет свадьбы. Дальше. Ну ладно, договорился, ля-ля-ля, тополя. Дальше что? Дальше его друзья обсуждают Джульетту, потом приходит вот это существо и назначает дату свадьбы. Точно? Ладно, вот это... Субстанция по имени кормилица. По имени. Да, по имени кормилица и договариваться о свадьбе. Дальше я не дописала, так как писала я на урок. Дальше вроде как должна была Анька. Точно. Ты права.
равно, типа, мать моя. Мать моя женщина, да? Она твой отец. Мать, я мать. Существо. Встань. Не стану. Встань. Нет. 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 Сейчас на меня. Сейчас пойдем. Ну, давай на тебя. Рога поотрываю. Оля, мать. Мы ж только местами меняли это. Ты ж Джульетта-то, ёлка. Мы только... Олька, отец, я, мать, Джульетта. Мне лично все равно. Мне нипов менять просто вот на лед. Главный герой мне менять трудно, а вот нипов мне менять просто на лед. Вот, все, я мать, что я должна делать? А вот кроме... Она должна... Кроме фразы, что? Ну что может мать сделать? Родить кого-то. Вот именно. Ага, особенно в этом... В середине сюжета у Ромео появляется маленькая сестричка. И все, и превращается, понимаешь, моя сестричка не может быть такой милой, да. Ну, смотрите, все намешались. Девушки! Девушки и Саша! И Игорь там еще будет. Воду и угли. Иногда я делаю сценарий, потому что я не успеваю, я завтра с утра уезжаю в лагерь. Игорь, воду. Воду, пожалуйста. Попить. Не бойся, я не выключу. Акера завтра принесет. Попить, дай себе. Не знаю кому. Да хоть тебе. Нет! Я тут не кому. На максимум пей. Куда? Руки. А что он только теплый? Я просто съел. А может быть мы теперь наконец-то все пойдем на площадь пугать народ? Да. Уйди от меня. А меня кто-нибудь зарисует? Араши. Араши сделай это. Просто да мне Шабаева разрешит докурить. Я и буду держать. Спасибо. Сколько времени? Да. Вот сзади. Кому же я доела? Расческу. Возьмите расческу. Где расческа? 20 минут счетов. Нет. Стой на месте. Сюша. Слушай, всегда так было. Держу руку. Держу руку. Я следующая. Да. Купашки вообще переставай жрать. Нахера. Боже! Еще раз трогать ровную воду. Нет, я не понять. Слушай, это что это только что было? Да если не на долго. Меня сейчас ты упадешь, вот эта вода. Если я его стегну. Ладно, не надо, не надо. Поздно. На. Крепи. Так, можно такой сумку? А где Лёшка? На, положите сумку. Что такое? У меня нет сумки. Ко мне в сумку. Хорошо, уголь. Это подарок, да? Спасибо. На память. Это романтично. Боже, идите с котом лица. Давай, отойдите. Держи лучше руки. Я сейчас старость разгон устрою. А где? Она разговаривает с Игорем. Игорем? С Илюшей. С Илюшей. Сейчас я им обоим устрою. Вот и я. Мы не понедельник помните. Ну вот тебе вот на этой неделе хочу. Что мне это? Хочу его еще твою вдруг тебя опять тошнит. Мне должно тошнить. Я знаю, что самое веселое, это будет репетиция. Потому что кое кто его сегодня перепутал. Народ, может пойдем наконец, в чем мы